Строительство нового хирургического корпуса Брестской областной клинической больницы в самом разгаре. Работы здесь ведутся быстро и весьма активно. Ведь в скором времени данный объект станет научной базой, прорывной вехой оказания медицинских услуг жителям Брещины. Еще в самом начале строительства по поручению президента Беларуси новый хирургический корпус включили в проект государственной инвестиционной программы. И финансировать строительство начали на основе равнодолевого участия республиканского и местного бюджетов. Объект начал в 2023 году, срок строительства 45,5 месяца, планируется по договору заканчивать у нас в феврале 2027 года. Стоимость объекта всего 250 миллионов, наш договор составляет 115, то есть строительная работа 115 миллионов. На данный момент выполнено около 40. Идем с небольшим опережением графика, что выполнено на этот период. Монолитный каркас собран 100%. До конца года мы завершим работы по каменной кладке. В течение месяца завершим всю кровлю, будет объект под кровлей стоять. И до конца года планируется закрыть наружный контур, впустить в здание отопление и передать, скажем так, весь комплекс под массовую отделку. Отделка уже и сейчас начата. Планируем ее не останавливать и в зимний период. Так как такой объект в Брестском регионе единственный, то на него направлены лучшие строители. И это доказано не на словах, а на деле. Уже сегодня каркас здания выполнен на 100%. Завершающие работы идут по кровле. Ведутся внутренние работы, монтируются системы вентиляции, электрики, водопровода, канализация, а также отопления. Объект для нас не сложный, тут никаких новых конструктивных решений мы для себя не видим. Восьмой трест славится в городе. Мы можем строить любой сложности объект, так что для нас тут ничего нового мы для себя не увидели. Да, совместная работа и заказчика, и эксплуатирующей организации, и всех наших подрядчиков. Все идет как по маслу, все хорошо. По проекту новый корпус больницы объединит два блока на 4 и 7 этажей. В первом здании расположатся приемное, операционное, реанимационное и стерилизационное отделение и отделение гемодиализа. В соседнем блоке оказание помощи кардиологического профиля. Здесь же планируется разместить и два новых отделения для больных с инфарктами и нарушениями ритма. Также второе здание корпуса разместит палатное отделение хирургического корпуса. С действующими зданиями областной больницы новый корпус объединит стеклянная галерея. На сегодняшний день уже построено 4-этажное и 7-этажное здание, как и было предусмотрено проектом. Здесь будет оказываться кардиологическая и хирургическая помощь в связи с тем, что, собственно говоря, у нас растут заболевания сердечно-сосудистой системы. Будет у нас огромное приемное отделение, где будут расположены лечебно-диагностические кабинеты, в том числе магнитно-резонансный томограф и компьютерный томограф. Будет у нас прекрасный актовый зал на 290 мест, будет оперблок на 8 операционных, будет отделение, центральное стерилизационное отделение для всей больницы, которого у нас сейчас, собственно говоря, нет. Оно будет отличаться от того, что у нас есть. Мы, во первую очередь, рассматриваем приемное отделение, там, где будет у нас предусмотрена поточность приемки пациентов, то есть плановые, самообратившиеся и экстренная помощь. Вот. Ну и самое главное, приемное отделение будет насыщено диагностическими кабинетами, где пациент, обратившийся или поступивший, ему сразу же будет оказана медицинская помощь. В приемное отделение будет у нас реанимационный зал, то есть такого, собственно говоря, у нас нету. И далее, самое главное, что отделение оперблока, вернее операционное, у нас будет там умное операционное. Площадь хирургического корпуса областной больницы составит более 35 тысяч квадратных метров. Весь объем работы планируют завершить до 2027 года. Этот объект в будущем станет достойным подспорьем в улучшении качества медицинской помощи в Брестской области.